выбрал, кажется, подстригать будем тебя. Только попробуй. Ой. Новый Софик сильно похудела, и мы... Привет, я Софик. Но мои хозяева зовут меня Пупсик. Не знаю почему. Мой день начинается с обхода моих владений. Когда я устаю, меня носят на ручках. Иногда мне пишут хейтеры, и я очень нервничаю. Но снять стресс мне помогает моя красоточка. Когда мне скучно, я забираюсь в пакет и наблюдаю за своими хозяевами. Кстати, их зовут Юля и Илья. Я всегда над ними угораю. Правда смешнее. А вообще, я очень модная. Мои шкафы ломят от одежды. Но мне совершенно нечего надеть. Хорошо, что подписчики любят меня за мой розовый носик. Только не говорите, что я похожа на крыску. Ведь это не так. Когда у меня брали кровь, она сильно царапалась. Прошлый визит в ветклинику Софа распсиховалась и разодрала руку себе. Коляска уехала. Ты вроде есть. Забыли. Это что? Софа, лови скорее. Получишь. Погоди, погоди, мне нужно вам кое-что сказать. Я сейчас все объясню. Софик, держись, взлетаем. Это ты вечно занята, а Илья мне. Спасибо за подарок. Рассказывай скорее. Замену. Поэтому в этом видео тоже в конце будет конкурс. Обязательно смотрите.